Твери открылась выставка продажи товаров из Индии и Пакистана. Все, чем славятся эти азиатские страны, теперь представлено и в торговом центре «Олимп» на втором этаже. Здесь можно приобрести необычные подарки с восточным колоритом и найти много интересного для дома, гардероба, красоты и кухни. Так, на выбор разнообразие специй более 30 видов. Популярные это у нас корица, полезный для здоровья. Кроме этого, есть кардамон. Приготовление разных блюд, также можно его чай, который с молоком. Также есть у нас переправа универсальная, гарам масала. Можно использовать на мясо, овощи, для плова. Огромный выбор и знаменитого индийского чая, зеленого, черного, с различными добавками, в том числе и чай с фруктом саусеп, который должен положительно влиять на иммунитет. Хорошим приобретением может стать текстиль из шелка, хлопка, сатина и других натуральных тканей. Палантины, платки разные, есть кашемир. В основном идет кашемир, потому что сейчас холодно. Покрывало, постельное белье. Хлопок в основном добывается он в Пакистане. Из Пакистана он уже транспортируется в Индию и там перерабатывается. Постельное белье у нас все чисто индийское. Маркировочки идут русские, потому что таможня обязывает переводить все упаковки на язык той страны, в которую возится. Кроме этого, на выставке можно найти одежду, изделия из кожи, сумки, кошельки, перчатки, качественную парфюмерию, косметику из натуральных компонентов. Косметика, она натуральная, она вся на трав. Мыло примерно, это ручная работа. Шампуни у нас на трав сделаны, без химикатов всяких. Это популярная, очень популярная косметика. То, что там популярно, мы сюда привозим. На нашей выставке очень большой выбор женских и мужских ароматов. Поскольку это масло, его особенность в том, что это очень стойкий аромат. Представительницы прекрасного пола обрадуются большому выбору украшений из натуральных и полудрагоценных камней – жемчуга. Есть изделия из Непала, там ручная работа идет. Цельные камушки, там еще с добавлением серебра. Наборы, они из ювелирного сплава с добавлением родия. Они не темнеют, не окисляются, цвет не меняет. Можно у нас подобрать украшения по своему знаку зодиака. Мне все очень понравилось. Продавцы вежливые, добродушные, делают скидки. Я люблю палантины, они ручной работы. Они выполнены очень качественно. Ну, впечатления хорошие, может, вот купили. Косметика, масла, чаи. Интересно. Сюрпризом для всех гостей оказывается встреча с астрологом, который по желанию составит прогноз. А каждый покупатель становится участником лотереи, на которой в последний день работы выставки в Твери разыграют массу призов. Ярмарка товаров Индии и Пакистана открыта по 28 января в торговом центре «Олимп» с 11 утра до 7 вечера.